Ну вот очередная моделька пробная, и в принципе она получилась, я ее очень-очень доволен. Это у нас варган с орликом, вот такой вот объемный орлик. Сзади есть такие вот подвесочки, можно вешать прямо на шею, но так так сказать я не советую, если только на сцену. Здесь вот у нас видно, что орел немножко выше кольца получился, потому что по-другому приварить сложно. И вообще его приварить очень сложно и тяжело. И потом настроить тоже очень тяжело. В общем, тяжелая моделька, но в принципе очень клевая получилась. Мне очень нравится такой вот орел, орел, орел. И звук у него, кстати, орлиный, похож на соколиный крик, когда он летает в небе. Вот такой вот варганчик. Все нержавейка, включая орлан. Сварка нержавейка, язык нержавейка. Ну, только магнитная нержавейка ставится над кольцом. С магнитом мы получаем ноту. Точную соль. То есть с магнитом вы можете учить мелодичные игры, потому что обычно они учатся на солях. Снимаем магнитик. Не теряем его. Часто люди теряют в первые же несколько минут магниты. И получаем его, естественно, ноту ля. Чудесную, сочную, прекрасную ля. Оторваться от этого варгана очень сложно. Один есть минусочек, зазоры маленькие и иногда цокают. То есть привыкнуть к нему, как видите, я играю хорошо. Привыкнуть к нему достаточно 3 минут игры. Вот. И будете играть потом на нем, шпарить, ай да ушел. Чудесный варган из разряда чудесников. По звуку мне он очень нравится, жирный, вкусный. Именно эти варганы я называю чудесниками. Собственно, вот такой орел. В общем, могу много про него чего говорить. Мне просто он очень-очень нравится. Надеюсь, он найдет себе достойного хозяина. До свидания. Всех вам благ.